Новинка на вооружении медиков – это удаленное снятие кардиограммы. Оно происходит с помощью специальных приборов, установленных как в отделении, так и далеко за его пределами. У нас вот в блоке интенсивной терапии есть такое устройство, называемое кардиоджет, на которое могут передать, в принципе, могут передать электрокардиограмму с любой точки. У них есть специальные приборы, называемые ПЭКи, которыми они снимают ЭКГ на дому, в любом месте можно снять и передать по любому устройству, стационарному телефону, мобильному телефону. У нас воспринимающее устройство, и мы видим эту электрокардиограмму на экране. В соседнем неврологическом отделении в приоритете оказание помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, то есть инсультами. При ишемических инсультах здесь практикуют проведение тромболитической и интенсивной терапии в условиях специализированного блока. Вторя коллегам-кардиологам, неврологи также отмечают снижение смертности от инсультов. Снижение смертности от острососудистой патологии наблюдается, хотя незначительно, но тем не менее за 2014 год было 18%, за 2015 год уже 16%. Но тем не менее вероятности и цифры смертности остаются достаточно высокими, поэтому в приоритете это увеличение числа проведения тромболитической терапии среди больных ишемическим инсультом, реорганизация работы больных с геморрагическими инсультами. Стоит отметить, что в первичное сосудистое отделение поступают больные не только из Бузулука, но и со всех близлежащих районов Западного Оренбуржья. Таким образом, комплексная медицинская помощь современного уровня помогает спасти жизни сотням людей.